Может, по текстуру провалился, не знаю. Джонсу надо набрать между собой 10 метров. И до сих пор нужно набрать, нахуй, ничего, блядь, не нахуй отменилось, надо, чума нахуй прыгает. Надо. Там кто-то убирает, что? Ну, не будем спорить, просто если нахуй, блядь. Это секрет, да, такой, что рунжу надо набрать? Кто не знает? Это сложно. Нет. Давай, разрезываем. Рыба стоит еще пол рыбаку, ну теперь. Давайте начинаем. Обычно самую лучшую цель выбрал, сука. Тебе пожог, все. Скажешь, когда слететь, я сдам деньги. Кидай. Сейчас, подожди. Насадку. Тотем, тыкни, Алиса. Сука. Ладно, там успел. Ну, минус шарик. Что? Понятно, отойдите в коридор, сводите его нахуй. У вас Гера. Здравствуйте. Хуй, здорово. Здорово. Нет, ты дырявый хуй. А ты что, поныне? Че, вайпнули что ли? Ага. Лошары, блядь. Тачку на ком вы, кстати? На Кратросе. Это кто? Это Каратрос, Паша. А, Каратрос? Босс. Увидел туда название дебафа, который ману высасывает? А че, есть место? Там ТБЛ вся хуйня. ТБЛ? Ну конечно, ой, ТБЛ, ну вы поняли, про что я говорил, блядь. Одна сова, которая опоздала. Я в дороге был, только приехал, блядь. В село ездил, блядь, задержались там, пиздец. Еще эти, блядь, ремонты дороги, блядь, светофоры эти ебучие, блядь. С учетом того, что Полик... А, о, Полик проснулся. Изи. Не, тут. Ты время хотя бы указывай, Полик, насколько ты уходишь. Ну что, на кофейной гуще, кстати. В
сказал также полгода назад, что выйдет балкон на 5 минут. Угу. Так что пусть он лучше не указывает. Так, дайте порт. Оба, сбагри. Давай, Алиара, сбагрим на этого босса. Дайте порт, Алиару, Дэн, прыгни. А чё я спекнуться не могу, блядь, обратно? А вот задействовать эти таланты, блядь, ёбаная хуйня. Их оставайся, пистол, приветствуй. Я просто себя выбью. А булки поставь, Сники. Спасибо. Я здесь уже. Рыба стоит. Полика притянули, полика притянули. Отлично. Вар, чё тебе тапки эти, запы упали? А, упали. Да, да, да. Вижу, вижу, упали. А, этот тринька с первого босса? Нет. Чё за тринька? Ну, на танке. А, есть, есть. Гидрос. Не, у тебя-то есть, я вообще спрашиваю, упал, нет? 20. Нет. Короче, не хватает? Манны? Каску дайте. А, нахуя ты еще одну рыбу поставил? Тебе одной мало? Кто по каску? Да хуй с ним, бабу и так забьем. Без геры, потом просто геру дадим. Да уже откатил, снова. Ничего не откатил, 6 минут когда гер. 5. Поехали. Как у тебя? Ты пуляешь тогда, когда не отбился на боссе, на котором высасывают ману, блять, Паша на. Я тебе залью, не переживай. Что ты делал, блядь, все это время? Нет команды, алло, блядь. Если ебалом в этих ветерках не торговать, то он не столько пролетает, сколько выводит. Завалите ебальники. Резать его? Тебя резать? Подожди, сейчас резнешь. Там где-то падет. Рез. Их есть тотем? Бросок пиявки, бой так и называется. А чё за обнова была? Сов понят. Микрофиксы, види. Да это хуйня все, мне похуй уже. А мне лапа появится? А, ты дал пошли. Я еще раз дам, не проблема.
Когда уже этих локов, блядь, померки, заебали они. Никогда. Зачем вообще кого-то нерфить? Я не понимаю вот этот вот ваш. Ну а нахуй сов трогали, блядь. Уж совы были дисбалансные. А локи, блядь, 30к хуярят не дисбалансные, блядь. Это на скиле еще, да. Нахуя? Будет на следующий нрейд, что дизарм. Вот что ли сказал в Рамсе, что ли? По-моему. Алис, ты хотел стартом? Ставь. Оль, гимн. Хуй, да? Да, хрень. Заебись. Уж я на, блядь, пало зашел, шею забрал. Можно петлю сролить? Ты нахуй идешь? Не ты, Оля, а Паша. Ты охуел, блядь! Одно счастливое духо? Да. И одно грустное космо. И одно грустное космо. А ну, Дупло, чё, паролем шею, а? Ты твинк, изи. Тихо, да, кстати, ты поменялся ролями с этим. С кем? С этим, да. Гильдию открываю, консерва, первый статик. Угу. Твинк, а чё, расскажи. Шею можно? Нет? Паролить? Нет, нельзя. Видимо. Хотя, стоп, Дупло, походу тебе не повезло, она Войду нужна. Если она Войду нужна, то Войд забирают. Сосать! А ты чё кукарекаешь? Это означает, что она тебе достанется еще позже. Угу. Блять, кто-нибудь верните, стыкните мне ГБ. Чё, я Войда даю, да, Паш? Или что? Ну, здесь Славе нужен, да? Ну, давай. У меня с меткостью. Комбат сейчас. Блять, ты чё никому уже бить начали? Такое, ну, прекратите бить. Банка, что там говорил, что грустный космо? Шея упала. Так, у меня есть. А, да? Я за КП, я забрал какого-то ворота, то ли дупла, то ли еще кого-то. Ну, дупла, наверное. У меня он забирал, да, за КП. А-а-а. Давай, ставь быстрее чемодан.
Что? ДД бегает. Консерв, на танк падал чё? Здорово, босс. Ну, Димка, будем честны, вы сейчас оба в танках бегаете. Ой, в ДД бегает. Паш, я дал. Так я знаю, я все время почти в ДД бегаю. Ну что, дупло готов ко второму статику танчить? Нет, я во второй статик не пойду, пошли они нахуй. Я про алкогер. А что там случилось? Танчит лопату вроде второй говорили. Распустил свой статик? Там 6 танков на уже дупло, поэтому. Да, мне кажется, что вы наркоманы подойдете. Не знаю, откуда у меня такие выводы берутся. Во-первых, не второй статик, а второй рейд. Где? Раз. Во-вторых, нет, никто ничего не распускал. Ты, кажется, опять софт планет, пидорасы. Я 30-ку даже не могу на трэш дать. С каждым нет. А в этом что-то есть. А, Дима, в том шмоте можно больше давать. Рейсинсер полик. Что ты там делаешь, блять, полик? Не, что-то пошло не по плану. Пикните шкаф, пока присмотрите космо. Ёбаный. Пикетку. О, там есть шкаф, еще не все пропало, блядь, все пропало. Может, в РС ходим? Так, ну зачем? Мы завтра. Что напрягаться? А если мы на Джайне будем задерживаться? Тоже говорил, в РС ходим. Блядь, ну нахер. Я не хочу вести Моурей в РС. Можно, конечно, в принципе, если мы плавим. Что-то тяжело сейчас. Я возьму Аршама заберу, и свет полик похилит. Слушай, у тебя чумные зомби какие-то прям бешеные. Че, мы в РС сейчас идем? Да, ой, сейчас прогрима убьем, даже РС. Понимаю. Наркоманы. Наркоман вон на полике, блять. Алиса, еще один кусок какой надо было тебе распечатывать? Или там три уже валялось распечатанные? А плечи? Там, по-моему, у нас не было чарки на плечи, как бы, да? Я сейчас чарку сама купишь. Есть там нет. Ну, я не знаю, я посмотрю, кто может там валялось, просто я на шаман не зайду, зачеркал. Ну, либо подергать у кого-то, если почертать, может, сделать ее. Хотя там, в принципе, тоже на тоже уходит. Так,
Пиха, остаешься, я спекаюсь. Нахрен. ГБ поставь, банка. Нет, Пашка. Будет наказание за опоздание. Будешь на совет ворчать. Я даже корни всем бафнул, блядь. Полезно. Пихич. Тихо, достань чарку из ГБ на нагрудник банки. Ути нафига. А чё нафига? Бегаю как бомщик. Так. Шарит свой дом. Ну, как обычно, поехали. Вообще на пол. Мурлок, полироль, пека. Бля, все хуйней, блядь. Опять, блядь. Просто у совы карма плохая, надо почистить. Да я не раз ебал. Да помолчи ты, я поймал три яною, что ли, блядь, в чатик, в звуковой. Пеку жалко. Не, Саня жалко. Не очень.
Не, ну я сейчас стало поприятнее, когда они переделали стаки. Ну и сушили. Рибов помогу, дайте, пока трэш чистить. Паш, кольцо никому не нужно, да? Нет, мне нужно. Я бы тоже порою. Неудачно пароль узнал. Блин, сколько этих колец выкидывали? Да это говно нахрен там не нужно. Ну, отлично, вот так. Хорошо, сука, на меня с тобой собрать. Да, что ты сейчас доиграл, у меня 3% меткости опять осталось. Красавчик, блядь. Банк. Что ты хочешь ласта спиздить, расскажи мне. Перч. Ну, короче, у меня есть просто зрение. Тело. Там был медитировал, сейчас посмотрим. А, за головой люк. Что за головой? Дворовская голова. Ну так получается. Газы ходи. Так, нам Монтеон две бесполезные хуйни по самому. Че, я пошел? Нет, ты не пошел. Я ж тебе говорю, ты все вестрешь, Паша. Банка, конкретно с вайши что-то. Ничего, да? Перчатки. Перчатки. О, встретник, что ли? Давайте, вайш уже сагрите, блядь. Ой, блядь. Сагрили. Вайш уже. А, вон там в середине пять бегает. Стип какой-то там. Нет, не успеет. Ага, какой-то там диван, дайте. Прямо в сердце там. Тебе не повезло. Прямо в цель. Лёха. Прямо в сердце. Прямо в цель. Прямо. К
Как вырубить оповещение на комдебаф? А то еще бан схвачен. Ну и чё, где диван? С нашей стороны. Чё, можно тело покидать, да? Ну, диван у нас, что с диваном, блядь, сдох диван? Чё-то не видно. А кто-то живой есть. Есть Джон живой? Давай резай эту часть, и мы пойдем дальше резать. Что-то Джон не уверен. Ну... Он масрез из книжки достает. В смысле, достает. Бой? Масрез из книжки. А, не бой. А вон они, смотри, мобы бегут. Ну-ка, отойди. Мобы бегут. Так они на него бегут все. Пока. Сейчас посмотрим. Сейчас. Или они на начало бегут куда-то, сука. Нет, они на него бегут. Нет, они прибежали к Джону. Вернулись, потом опять побежали. Это, короче, кто-то встал, и мобы пошли в начало инста. Да, тут половина мобов ушли в начало. Каких, короче, встало, я понял. Блять, короче, встали все дружно. Да я резну сейчас вас. Ну, резни он мурлока. Станет присмотрим, блять. Ты все равно сейчас всех масрезом не достанешь, часть там придется отдельно разрезать. По локу по одному достанем, еще по кому-нибудь еще. Ну только вставайте аккуратно. Yeah. А живо где? Тут воскресенье нужно вставить будет, да. Понял. А у вас есть шкаф, да? Все, остальные пиздруют, встают. Самонимся. Чего лежит? Только себе с миром, Полик. Да пиздец, я диван, бабу еще рано юзнул. Резни меня. Быстрее, блять, встали и резнулись. Кто еще остался? Все тут уже. Так, теперь надо найти жертву Ронталаран, притащить. Можно я? Мага. Мага? Давай меня. Умираю, Паша, пипец просто. Ну давай, так говори. Так, а что там было с Павловской головой? Ну, я и Аляр вроде только хотели. По поводу Аляра не знаю, но я за Поликом занимал. Ну, голова у меня последняя. Два сета есть, и насрать на Т5. Больше не нужно. Короче, проще. А бить будет пока нет. За КП будете забирать голову кто-то? Я буду.
Что значит полик остается? Ляр тоже будет. Ляр тоже будет, да? А приор? Приору ляра выше. На успех. Опа. На успех? Да. Ну, забирай его тогда, надо его... Два может вместо меня, да? Я его с космо тогда сру. Я не помню, где это убирается. Там предупреждать в ПМ, спецпредупреждение какие-то, что-то такое. Я не знаю, сейчас посмотрим, может, все-таки раз. Хотя, блин, пол 11-го. Да мы в 12 эти заканчивались с лишними, еще страшно, все на работу успевали. Ну нет, завтра сходим перед ссылка. И завтра до 12 посидим. Угу. Да, два дня до 12, нежели чем один. Ждаю, кстати. Так, космопорт удал сделал или ему поставили? Ляра при самой внизу шкаф стоит. Да не знаю я, блядь, Дима, как убрать, ну ёбаный в рот, блядь. Заходишь в настройки ДБМа, там общие и спам-фильтры. Не отправлять предупреждение шепотом другим игрокам. Поставь. Бан там летит за спам в ЛФГ, блядь, а не в ПМ. В ПМ тоже летит. Даже если тебе не писают, тебе могут создать мод. Ну все, зашибись, бан, значит завтра выходной. За соляру он никто же не схватил, блядь, бан. Так, по хилам. Пиха череп. Блэкбери квадрат. Бэдлол крест. Алиса в трусах. Так, что у нас получается? Минус я, минус Шаря. Минус Санек, который в соло ебанет Страйдера. Я ему помогу. Танк. Первая пачка череп, вторая пачка крест, третья пачка трусы, четвертая пачка квадрат. Увидели?
Первая череп? Да. Первая череп, вторая крест, третья трусы, четвертая квадрат. Закидываю назад танков. Туп Редрик без кулака. Ляр, разбафуй всем каски. Да я бы пендил. Ну чё ж вы такие, блин, долгие, ну это пиздец, поехали. Касок есть. Полчаса, блядь, раз... Не могут два ёбаных бафа расставить в поле фауле. Три, ладно. На боссе когда-нибудь будут сандеры появляться? Саня, ты не дамажишь? Нет, ты не один. Свой. Разошлись по меткам. А фрилут ты поставил? Да. Зеленый крест. Страйдер крест. Осторожно, просто страйдер. Где, блять, он? Тип скоро идет на пиху. Блин, интересно. Ну, прогрузился. Аляр, перекинь кому-нибудь. Лучше можно сумку открыть, взять человека в таргет и кинуть. Я решил посмотреть, что он будет делать. Прежде чем сказать. Какого хуя у вас с креста доходят мобы, блять? Потому что это мобки. Страйдер в черепа. Паша, дай БР-ку консервы. Съебались нахуй на свои метки и бьете, блядь, то, что вы должны бить. Страйдер без вас убьется. Нет.
Кашки дай мне. Между трусами и квадратом говно. Какого хуя с квадрата, блядь, один человек бьет? Где ты лазишь, Макрос? Консервы ты сегодня посили. Трусы зеленые. И страйдер с квадратом. Вот тексты провалился. Кидайте. Осторожно, страйдер. РДД, все в страйдера сыграли. Скатов сливаем, потом Геру. Гера. Коляр, будь добр, выйди с мили. Так, а у нас Войд. Вот хороший вопрос. Потом зададим.
интересного, давайте мы в споры зайдем. Кто еще хочет почекать, что в луте ебалов пососунуть, как обычно? Нихуя, я убегал в лужу, меня за лужу убило. И сам полез. Не, в любом случае. Я не знаю, кто. Я точно знаю, там воронка была. Жрет двоих, такой книг предпринимательно слышно. Зря ли не выходим, пока я понимаю, если. Лореско? Нет. Лореско завтра.